Но мы говорим сейчас о Латвии, мы говорим сейчас о Риге. Из того общего количества 100% беженцев довольно существенное количество, я прогнозирую, останется здесь. По совокупности причин. Они могут какими угодно быть. И они вольются в наше общество. И это хорошо. Это хорошо. Мы станем богаче на этих людей. Мы только что говорили об отсутствии естественного прироста населения. Молодежи. В том числе молодежи. Приехали, да, к сожалению, из-за горя, из-за беды, но приехали к нам новые люди. Они, часть из них, останутся в нашем обществе. Необходимо думать об их интеграции. Первый, конечно же, это бытовые условия, чтобы было, что есть, где спать. Дальше начинаются социальные вещи. Дети, школы и сады, работа для родителей, а в основном это женщины. И, конечно же, это латышский язык. Потому что сейчас язык общения чаще всего, опять же, будем откровенны, это русский. Но латышский знать им придется, если они захотят здесь остаться, а как вот еще раз подчеркну, многие захотят здесь остаться. Да, конечно. И эти люди, эти сейчас беженцы, завтра они станут просто нашей частью нашего общества. Угу. Безусловно, обогатят его.